Привет, это Бог. Давненько не виделись на Изидропе. Я сегодня с Вебочкой, и у меня 42 тысячи на балансе. Сегодня будет вкратце вот такая вот предисловие. Перед этим мы разыграем, конечно же, 500 рублей на ваш киви-кошелек. И все, что вам нужно сделать, чтобы забрать данный приз, это написать к этому видео 3775 комментариев. Как только эта цифра набирается, я сразу же подвожу итоги. Ну а прошлые итоги всех остальных конкурсов вы можете наблюдать по ссылке в описании моей группе ВКонтакте. Между прочим, конкурсы проходят каждый день. Как видите, у меня на балансе 42 тысячи рублей, и, в общем-то, также на Изидропе присутствует реферальная система. Про нее я рассказывал в своих других видосах, кто не знает, можете глянуть. В любом случае, на нее и на сайт с пачкой промиков ссылку я оставлю в описании. Сегодня не будет каких-то остальных реклам, в общем-то, решил только на Изидропе подкрывать. У меня есть колесо бонусов, также у меня еще присутствует вот такой бонус, есть также скидочки, промокодики, ну и, конечно же, я баланс уже, собственно говоря, пополнил без записи. Я думаю, на это сегодня акцентировать внимание нам не стоит, и сделаем сегодня ролик конкретно по Open Case. Я надеюсь, ребята, что нам что-то интересное выпадет. Например, промокод на 60% к пополнению. Отличный бонус. И у нас еще есть 3 прокрута. Вообще, в целом, на Изидропе вот барабан бонусов, он один из самых лучших, по моему мнению, поскольку здесь, ну, почти всегда падает что-то интересное. То есть, ну, вот этот бонус я скипнул. Промокоды по 60-50% у меня до сих пор лежат в запасе. Так, 5000 рублей. Угу. Промокод к пополнению баланса на 5000. Все, вот его получаем. В принципе, сегодня бонусы не столь огромные, но довольно неплохие. Ну и, конечно, ребята, мы сегодня откроем бесплатный кейс номер 6. Куда без него. И сегодня на 42 тысячи рублей я буду проверять этот сайт. Если вам нравятся ролики по Изидропу, обязательно ставьте лайки, потому что меня это мотивирует что-то новое снимать. Меня это мотивирует как-то радовать вас большим контентом. И мне кажется, что смотреть выпуски на Изидропе одно удовольствие не только мне, но еще и вам. Поэтому давайте поддержите и покажите активность в комментариях. Мы сегодня открываем шанс ножа 80%. Немножечко решил посвятить именно этому кейсу ролик. И давайте уже проверим, даст ли он нам что-нибудь. Пыльник. Вот он остановится? Нет. Лесная ночь. Сколько нужно будет попыток, чтобы нам выбить нож с шанса ножа 80%? Помню, очень давно этот кейс был достаточно популярным среди своей аудитории. Но потом как-то, знаете, ютуберы стали говорить, что он не очень, и я еще на нем достаточно большое количество бабок слил. Это, наверное, будет последним, и у нас вот промокодные бабки 12 тысяч, они будут слиты, если нам сейчас не выпадет нож. Но нам выпадает ножик, это нож легенды, твою мать! Это 30 тысяч рублей, а этот кейс еще может стоять. Стойте, вот насчет кейс не выдает и так далее. Мне кажется, вот после этого вы будете думать обратное. Пока что не могу быть в этом уверен. Давайте еще разок. А еще разок надо было его открыть. Потому что нельзя быть таким уверенным, что этот кейс не дает. Мне кажется, он очень даже дает. Мы сегодня на все деньги его проверили. И, впрочем, проверили не зря, пацаны. Впрочем, проверили, блядь, не зря. 112 тысяч. А, еще и пару скинов с прошлого выпуска. Ну что? Ну, да. Да, да, да. И я предлагаю все-таки, ну, наверное, не продать все, но сделать что-то интересное. Не зря я вот решил выпуск посвятить чисто, знаете, сегодняшнему, ну, open case. Без промокодов, без всяких интеграций. Решил чисто сам закинуть и посмотреть, что может Изидроп с шанса ножа. Все еще может Изидроп с шанса ножа. Вы это вот не сомневайтесь, это я сегодня проверил. Давайте тогда вот эти два керача мы будем, наверное, продавать, а также, ну, в принципе, оставим вот это вот, и получается у нас на вывод уже 43 тысячи, плюс 68 есть в запасе, это какая-то колоссальная цифра, как мне кажется, пацаны, ну, давай, Изидроп, шанс ножа, да, да, вот я очень давно хотел этому выпуск посвятить, и вот не зря. Так, ну, ясное дело, сейчас тайная будет нас сливать, нежели подфармливать, правильно? Так, уже 8 тысяч просто оставили по приколу, да, называется? Сайрекс, 3200, ладно. В следующий раз заберем, если что-то подобное выпадет. И что-то у нас на тайном. Так, 2500 и Ягуар. Ну, Ягуар я, наверное, продам. А вот убийство подтверждено, я могу оставить. Так, ты мне по поводу казино написали, ребята. Скоро выдадут пачку промокодов. Давайте это скипнем. И, в принципе, продолжим дальше открывать. Так что, ну, опа. В этом ничего страшного, ребята. Значит, скоро будет у нас пачка промокодов. Будем стримить с вами Казик. Переходите тоже на мой канал второй. Небольшая, собственно говоря, рекламка, но, парни,
Я огромный респект вам выражаю, что вы смотрите ролики на этом канале, что вы переходите. Я постараюсь скоро запускать стримы и в целом всех вас радовать каким-то замечательным контентом, потому что вы этого просите, и вот в телеге меня сейчас флудят активно, и я думаю, что выключать оповещение — это точно не мое, так что вот как есть. Да, 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 EasyDropчик — это тот сайт, на который я вернусь опять и опять и опять, и вам советую, пацаны, потому что сайт выдает. Сайт пиздец как выдает, вот, фух, ладно. И самое главное, это не реклама, я могу это вывести, и я это все потом продам и дальше закину на EasyDrop. Вы посмотрите, 55 тысяч баланс, неоткрытые бесплатные кейсы и на 70 тысяч еще вот этого всего. Короче, я предпочитаю сейчас оффнуть звук на всех трех телефонах, ёб твою мать, мажоры вот эти вот. Ох, ну, я не знаю, как назвать это, то, что я сейчас сделаю, но я сделаю что-то невероятное, за что хотел бы получить от вас палец вверх, пацаны. 6 минут ролика, мы вот такую херню мутим. Что-нибудь интересное, ну, убийство, как бы, вулкан более-менее, конечно. Окей, убийство — это неплохой скин. Поехали. Поехали дальше, как иначе. Давай, топ-кейс. В принципе, оно так и есть. Бах, бах, бух. Окей, окей, окей. Мотоциклетные перчатки, бух. Что за 70 тысяч, твою мать, что? Что, гонишь, что ли? Да нет, да не может. Да не может он 70 тысяч. Не. Бред, пацан. Бред! Да просто бред. Ну, не стоит 70 тысяч эти перчатки. Я вам отвечаю, ребята, какие 70 тысяч? Ну вот, не поверю я ни за что, что они 70 тысяч стоят. Ну вот хрен, хрен просто знает. Что-то 147 тысяч я сейчас выбил, хочешь сказать? Продать, продать. Я хочу сделать что-то невероятное сегодня, ребята. Наверное, это все-таки будет не топ-кейс, это будет вот как-то... Давайте бесплатно откроем, и потом откроем на живые, и будем запирать это все нахрен. Вот сейчас посмотрим, что выдаст. Ребята, это просто конечная точка ролика. Так сильно я еще не окупался в своих прошлых роликах. Но тем не менее, EasyDrop показывает какой-то колоссальный результат. И, как мне кажется, это сейчас лучший сайт. Лучший сайт по открытию кейсов. Не знаю, говорите, что хотите. Я, в принципе, приму ваше мнение. Это ваше право, но я сюда буду закидывать еще и еще и окупаться заново. То есть, если сайт выдает, а как вы видите, он выдает даже с бесплаток, что-то мутит, то, в принципе, почему нет? Все. Все, бесплатные кейсы прошли. 3000 нам нафармили просто на халяву. И сейчас надеюсь, что мы вот не зря продали эти перчи, потому что мы открываем этот нож 5 раз! 5 раз, твою мать! Давай, 3000 лайков, брат! Сделай, сделай контент. Ну, из хорошего 2 ножа ночь, наверное. 40 косарей. Да, конечно, заебись! Ну, конечно! 100? 17 тысяч. Конечно, меньше, чем было. Спорить не буду, но я предлагаю потихонечку, наверное, начинать уже забирать данные скины. Так, ножик мне предлагают заменить. Ну, наверное, ну, какой-нибудь мраморный градиент, предположим, да? Почему нет? Легенды, куда без него. И вот так вот потихонечку, какими-то маленькими шагами можно вот этот юспик продать. Кто-то потихонечку что-то выбивает. Ну, в общем-то, сегодня произошел, как всегда, пиздец. Но это EasyDrop. К этому нужно привыкать, потому что EasyDrop всегда показывает вот такое. Я, честно говоря, ребята, сегодня не ожидал. Я думал, сегодня будет минус. Потому что, ну, давненько не было минусов, и сегодня плюсовой ролик. То есть, в принципе, это было неожиданно. Я сейчас... Хорошо, прям, хорошо. Так, 6 тысяч. А можем немного, наверное, попозволять себе еще что-нибудь пооткрывать. Например, случайная тайна. 10 раз. Так, так, так. 7200, понимаю, что это... Понимаю, что это жестоко. Так, 1000, ну, 2200 в любом случае, ладно. 1100, наверное, все. 400, 300, кому-то. Ну да, я думаю, что на этом мы, наверное, закончим. 100 тысяч плюс мы выводим с 30-ки нахер. До сих пор не верится. И, соответственно, ну, когда такие суммы выводишь, как-то... Ну хорошо, прям становится, знаешь, на душе, что вот окупился прям, и есть деньги на следующий деп. Короче, так, сейчас эти все скины нам дойдут, вот в профиль нам дойдут, и я продолжу ролик уже в стиме. Договорились?
Но пока мы с Фруксаем запускаем катку, время посмотреть скины. В тот раз на маркете были огромные проблемы и все в этом роде. И, конечно же, к сожалению, я не мог забрать скины. Но сейчас, друзья, совершенно все иначе. У нас есть, собственно говоря, вот такой вот ножик коготь убийства. У нас есть вот такие вот замечательные вот скелетные перчатки, транспорт. Конечно же, все в китайских иероглифах. Такое чувство, что это один и тот же чел продает. Ладно. Короче, в чем суть? Мы сегодня купились колоссально. Вот это я еще заранее забрал. Очень долго мне шли скины, но это дело не в Изидропе, а дело в самом маркете CSGO. Ну и, соответственно, все как факт, как следствие, все скины у нас в инвентаре, ребята. Сегодня закинули 30 тысяч, но вынесли больше 100. Изидроп.нет. Блин, просто кайф.